Привет, друзья! Посмотрите, что я сегодня хочу вам показать. Вот я сегодня ездила, закупалась в магазине, магазин Aldi. И вот, вы знаете, я давно там не была, специально дождалась, пока у меня закончатся все продукты, чтобы вам показать примерно вот сколько что стоит, чтобы больше закупить как-то. Ну, я закупила очень много, как вы видите, здесь хватит, наверное, мне на месяц каких-то продуктов, ну, не говоря уже о зелени, конечно. И я, к тому же, вы знаете, сохранила все чеки. Все чеки для вас сохранила специально. Вот это вот Aldi, видите, такой огромный чек. Вот, здесь сумма стоит 55,71, если вам видно, да? И также вот Теска, немножко я докупалась, но тут совсем немного, 4,46. В Теска я покупала сардинки, хлеб. Вот, то есть, я думаю, у меня спрашивают мои любимые подписчики, сколько что стоит, как. Я знаю, что женщины это очень любят сравнивать, я и сама такая очень люблю сравнивать цены, примерно знать, какие цены. И поэтому, вы знаете, ну я, чтобы так особо не загромождать, конечно, долгими переговорами, разговорами, я сейчас уже тут переписала себе с малюсеньких этих чеков. Я себе вот записала уже списочек. И сейчас буду вам, если вы хотите брать по очереди и говорить, сколько что стоит. Может быть, даже сейчас попробую сразу вам и в рублях на 85 умножить. 1 фунт у нас 85 рублей стоит. Может быть, даже и так попробую. Да нет, вы знаете, что-то начала считать, уже камера у меня включена. Слишком долго будет, наверное. Получается, что примерно, смотрите сами, сколько в рублях это будет потом. Вот, значит, вот бутылка, бутылка молока. Здесь примерно 2 литра. Молоко не жирное, обезжиренное называется. Молоко стоит паунд 9 пенсов. Дальше сыр. Сыр. Вот сыр Hello. Hello Me. 225 грамм. Паунд 49. Очень вкусный он. Я его беру, он считается как на гриле, его можно обжаривать. Дальше у нас идет сыр вот такой. Грана Падана. Грана Падана, 175 грамм. Стоит паунд 89. Вот такая упаковочка. Я его делаю с брокколи. Он такой вкус, как пармезан. Следующее у нас сыр Маздам. Вот такая нарезка сыр Маздам. Здесь у нас 400 грамм. И это будет 2,09. Так, дальше у нас сметанка. Вот такая 300-граммовая. 0,95 фунта. Дальше 2 йогурта. Я беру грек стайл йогурт. Греческий. Вот 500-граммовая такая упаковочка. Совсем недорогая. 68p. Он обычный. Я не беру обезжиренный. Потому что мне кажется, что это все вранье. Ну, он не сладкий никакой. Он самый натуральный. И вот еще вот в такой вот упаковочке, этот немножко погуще, пожирнее. Вот, тоже грек йогурт, тоже 500 грамм. И этот уже у нас стоит паунд 39. Так, сейчас уберу. Так, вот зелень. Вот такой вот нарезанная упаковочка салатика. Я уже его немножко открыла. 0,89, видите, он даже еще и был 2,99, вот это вот по скидочке 0,89. Это большая упаковка, килограммовая. Дальше вот бэби шпинат. Листики шпината. 500 грамм, по-моему, здесь. О, 240. 240 грамм
Шпинат у нас довольно-таки дорогой, 85 пи. Очень-очень он полезный. Так, клубничка, 5 штучек. Тут, по-моему, 200 грамм. Вот уже тоже оторвала. Одну съела, нет, было 6 штучек. Значит, клубничка стоит паунд 10. Дальше баклажаны. Баклажаны продаются поштучно и очень дорого, друзья. Один баклажан 55 пенсов. Я считаю, что дороговато, конечно, поштучно. И не сказала бы я, что они уж очень хорошие, но вот так. 55 пенсов баклажан. И капуста брокколи. Вот такая вот вилочек. И она тоже стоит 55 пенсов. Здесь 350 грамм. Вот. Дальше томаты, помидоры. Помидоры вот эти вот посимпатичнее такие на кусте. Где они у меня? 500 грамм. Здесь, видите, 0,96 пенсов. И вторые помидоры, которые я... Эти я в салат делаю, а эти я всегда заправляю борщ или что-то там еще. Хотя написано, что это тоже салат томатос. Ну, я их... Они стоят уже подешевле. Они стоят 67. Тоже 500 грамм. 67 пенсов. Дальше авокадо. Авокадо довольно-таки дорогие. Вот это вот авокадо стоит 75 пенсов тоже. Одно. Но оно, в общем-то, очень большое и хорошее. Видите, да? Так, ну и вот уже, чтобы нам уже закончить тут с нашей зеленью. Вот такой зеленый лук. Маленький. Как сказать, пучочек, да? Так, лук зеленый 53 пенса. Вот такой. И вот такие вот 4 штучки чесночок. Он мне уже прошлого урожая. Стоит 90 пенсов. 4 штучки. Так, вот дальше я купила 2 бутылки масла. Это, видите, экстра вирджин олива. Оливковая. Экстра выжимки, да, оливковая, 750, бутылочка 750 миллилитров, она стоит, оливковая, 2,19. Вот такая упаковочка, 2,19. И вот я еще очень люблю и очень часто использую, я на нем, это я оливковая добавляю в салатики, а этом, на этом я жарю. Это рапсовое масло, вот видите, тоже Gold Pressed, высшего качества, и оно тоже 750 миллилитров, а стоит оно, так, паунд 45. Вот такие вот, такое масло я закупила. Дальше хлеб. Хлеб я покупаю всегда вот такой вот ржаной, никакого другого я не ем, да и этот я ем довольно-таки редко. Вот здесь вот он нарезанный уже ржаной, 500 грамм хлеб. Стоит довольно тоже дорого. Паунд 10. Так, ну вот из мясных я сегодня что купила. Вот я купила фарш индейки. Мне очень нравится. Он не жирный. 2% жирность. 500 грамм упаковка. И стоит оно 2,99 фунтов. Ну, порядка 3 фунтов получается. Так, знаете, дороговато. И вот я купила курицу. Курица, вот видите, кило 25, и стоит она, так, курица, 2,39 стоит курица. Еще я купила рыбку, это вот макрель скумбрия, 3,50 за килограмм, вот здесь почти 400 грамм, паунд 38, видите, да? И еще я купила, буду солить, это, как она называется... Сардинка. Вот сардинка. 3 рубля, 3 фунта за килограмм. 345 грамм. Тут 5 рыбочек. Фунт 4. Но это вот то, что я буду в ближайшее время кушать. И сейчас самое главное. Да, ну вот еще забыла. Я же никакие булки, ничего это не ем. Масло не ем. Но я очень люблю чай в прикуску с вареньем. Варенье вот такое. Абрикосовые консервы. Вот я их уже давно покупаю. Очень здесь, конечно, все эти джемы, они не похожи на наше абрикосовое или какое там варенье. Но это хоть более-менее. И цена у него, вы знаете, вы не поверите, очень недорого. 85 центов стоит вот эта вот баночка.
340 грамм. И вот я покупаю молочный шоколад, вот такой вот, 200-граммовая упаковочка. Он стоит 79 пи. Вот я его тоже в прикуску кушаю иногда. Так, вот еще упаковочка миндальные орехи, 185 грамм. 185 грамм, паунд 35. Такой вот стоит. И дальше то, что я, на чем я хотела заострить ваше внимание, и то, о чем я вам буду следующее видео снимать. Может быть, кто-то знает, а кто-то, может быть, не знает. Это вот такие вот семена чиа. Видите? Chia seeds. Вот так вот они выглядят. Это 200 грамм упаковочка. Я их уже покупаю давно и употребляю давно. Не знаю, почему вам не рассказала. Вот видите, я еще закупила, потому что уже были съедены все мои вот эти семена. Так, сейчас я вам скажу, сколько она стоит. Чиа. Чиа семена. Паунд 25, 200 грамм. Ну и вот еще одни семена. Тоже очень популярные сейчас. Это куиноа называется. Куиноа. Вот здесь 300-граммовая упаковочка. И она стоит паунд 9 пенсов. Это вот, видите, она как микс. И вот такая вот куиноа вайл белая. Я употребляю и то, и другое. Это вот, вот эти семена. Я на них остановлюсь подробнее. Те, кто не знает, сейчас даже покажу вам. Вот это вот у меня остались с прошлого раза. Вот так вот они выглядят. Видите, это вот семена чиа, я имею в виду. Вот. Резко вам. Ну, они, вы знаете, вот такие вот, как вам сказать, немножко напоминают. Нет, мак они не напоминают, а вот, знаете, они такие блестященькие. И они безвкусные. Но поподробнее об этих семенах чиа, как их употреблять и что они из себя представляют, как их готовить. И вот эти куиноа я расскажу в моем следующем видео, буквально вот следующим за этим. Поэтому, друзья, на сегодня я вот думаю, что я вам показала все, что я скупила сегодня. Но это, знаете, не постоянно я так покупаю. Я покупаю все время что-то разное. Ну вот сегодня получилось так, что у меня уже не было, закончилось и масло, и мясо какое-то. Поэтому вот то, что я купила сегодня, я вам показала, друзья. Ну все. Кому интересно, ставьте лайки. Всего вам доброго. Пока-пока.